Здравствуйте, дамы и господа, но думаю, что в основном господа. Сегодня мы посмотрим на решетку автомобиля, который в Корее называется All New Tucson. В международном, в экспортном исполнении его обозначают как Tucson TL. Итак, сейчас мы откроем эту коробку, посмотрим, что же там внутри. Итак, открыв с вами коробку, мы видим, что решетка сама по себе гораздо меньше коробки. А это значит, что мы с вами переплачиваем за лишний вес. Вот здесь вот лишнее расстояние в килограммах может выражаться до 500 нанограмм. А это для МС. Ой-ой-ой, сколько. Хочу сразу сказать, решетка выполнена весьма неплохо. Если поближе посмотреть, то все соты выполнены практически идеально. А это значит, работала заводская матрица, никакой кустарщины вам. Давайте посмотрим на нее поближе. Она выполнена в виде черного глянца. Очень неплохой экземпляр, очень. Фирма Давон постаралась. Итак, резюмируем. Решетка Bentley весьма достойная решетка, чтобы ее можно было применить на вашем любимом автомобиле. Рекомендую всем. И в заключении посмотрим на нее вот так вот. Это был обзор от Максима. Что ж, увидимся или услышимся в следующий раз.